украинский выбор, она сможет изменить сознание населения и действительно, ну, украинскую мову заохотить, как это по-русски, вот, привлечь их к общественной жизни, к активной общественной жизни и действительно к подлинному народовластию. Я жду системности, я жду хорошей информационной, так сказать, наполняемости этой всей работы, потому что всегда в единстве сила, и это один из тех лозунгов нашего профсоюза, и я думаю, что такое же единство и показывает сегодняшнее подписание очень многих общественных организаций с украинским выбором. Потому что такое объединение общественных организаций, они должны работать и на государство, и на каждого человека, и в том числе и на предпринимателя, который сам для себя создает свое рабочее место, создает свое, так сказать, благосостояние. Вот поэтому я очень надеюсь на то, что с этим улучшится и благосостояние, и возможности предпринимателей, и возможности их защиты, и самостоятельно, и с помощью этой организации. То есть, опять же, повторюсь, в единстве сила. Здесь много специалистов, здесь много разных направлений, которые в знании тот же еще сила. Конструктивных поступательных шагов в развитии гражданского общества. Потому что сегодня практически народ, как говорится, загнан невыносимые экономические и правовые вопросы, когда суды выносят непоправные решения, игнорируется конституция, права людей. Поэтому в этом направлении надо работать, и мы уверены, что это будет так. Я уверен, что украинский выбор – это та организация, которая с манифестом, который мы полностью согласны, и не просто согласны, а изучивший его и общаясь уже несколько дней подряд с руководством украинского выбора этой организации, я рад, что у людей есть, ну, понятие о том, как, и они уже что-то делают. Плодотворные работы не просто на словах, декларирование, а есть обычный каждодневной работы. Мы хотим влиять на законодательство, в частности, о налогообложении предприятий инвалидов. Мы не просим там от государства каких-то средств, мы просим дать нам возможность нормально, в спокойном законодательном русле работать и зарабатывать средства на свои социальные вопросы. Никто из политических партий, мы обращались фактически ко всем ведущим партиям нашей страны, никто не откликнулся. Вот только украинский выбор нас поддерживает. Я жду улучшения будущего Украины, потому что сегодня сегодняшние политики уже, можно сказать, устарели и надоели народу. Нужны новые лидеры, нужны новые люди, новые идеи. Их нет, и я связывая с украинским выбором появление новых серьезных личностей на небосклоне украинской политики.